вот этот кинотеатр. Сейчас поедем к суду. Это все продолжение Октябрьской улицы. Там гаишники стоят. Надо по тротуару лучше проехаться, как по правилам положено. А то в Минске два штрафа уже влепили. Не там ехал, где надо. Вот так. Ой, стой, 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 стой! Ну так, что ты... А, здорово, Саша, привет! Молочный дворик. Заедем, посмотрим. Вот тут когда-то жила моя теща, моя же супруга будущая. Вот баня. Только что Сашу Рубинской видел, директор бани. Он тут рядом живет. Вот. Хлопцы клад ищут. Наверное, золото зарыли. Вот это тут суд, юристы, адвокаты. Когда-то здесь автовокзал, автостанция была, или автовокзал. Тоже небольшой скверик с фонтанчиком. Напротив библиотека, филиал сберкассы. И, наверное, что-то еще там. А вот и одна библиотека. Начитались книг, здравствуйте. О, столько начитались, чуть идуть. Вот красивое здание. И аптеку здесь сделали. И вот фонтанчик не работает. Прокуратура. А вон там Саша Рубинский живет. Когда-то с его отцом дружил. Хороший дядька был. Жалко, уходит. Хорошие люди всякие. Сейчас, сейчас, сейчас сниму. Вот скверик. Вот тут тенечки посидеть, хорошо. В библиотеке книжку взять, почитать. Вот фонтан, что-то не работает. Жалко, такая жара. А фонтан отключен. Thank you.
Это Саша Рубинский. Берлога его. Так, Саша, стой, стой, минуточку. Ой. А то... Сиди, жади. Вот, это вот мы с ней снимаем, моя жади. Все, прыгай, не бойся. Все, так, это Саша. Чуть-чуть изменился, старше стал. Так, дай-ка остановлю.